War. War never changes. Что же тут произошло? Сейчас детектив разберется. Детектив-снайпер разберется. Дасти. Элис. Дасти такой ковбой, Элис такая. Ха. Лалка. Как Милай получил такое странное имя? Типичное имя, но он и сам стал себя так называть. А вслед за ним и мы. Я даже не помню его настоящего имени. Как бы то ни было, я думаю, имя происходит от старой поговорки. Если кто-то сошел с ума, говорит, не все его собаки лают. Окей, я не успел дочитать. Это как бы показывает, насколько я медленно читаю вслух, какие люди тут живут. Не буду все-таки читать вслух. Извините меня, ребят. Извините. Но я надеюсь, вы умеете читать. Я надеюсь, вы умеете вникать в сюжет. И сможете слушать мой бред. Вместе с словами, которые она говорит. Хотя нахрен вам слушать ее слова? Просто читайте то, что там написано. Такая веселая девушка. То есть женщина. Убийца? Что там было убийца? Я что-то не читаю сейчас. Иногда я даже хочу... Я хочу... Да? Познакомиться? Страстный мужчина. Но тут я могу согласиться с вами. Такой ковбой бывалый. Так, ну вообще, сколько вы тут живете? Мы установили эту ранчо год назад, когда Новак только settled. But now, with all the danger on I-15, folks are starting to come through here from all over. Опасно на трассе 15? Да нет, всего лишь какие-то банды, которые чуть меня не подорвали один раз. Ну да ладно, ничего опасного. Да, давай, удачи. Теперь поговорю с твоим страстным мужчиной, когда убежусь, тут нельзя ничего красть. Что здесь делаете? В Новаке. Или в Новаке, господи! Новак! Новак, по-моему. Новак. Я не знаю, короче. Говорят, у вас пропадает скотина. Это бойня, господи, вы понимаете? Это не солнце. Это что-то ужасное. Поэтому мы сейчас узнаем. Всякую ночь около 12 мы с Элис просыпаемся от диких кривых выстрелов. Если бы наступил конец света, и то шуму было бы меньше. Одна ночь, одно животное. Он не забивает, забирает душу, блять. Не умею я что-то делать, не умею. Может, мне удастся поймать злодея? Всегда выкручивались. Тоже верно, парень. Но знаешь, что такое бывало, чтобы мог достать револьвер и просто перестрелять всех? Видимо, ты не такой крутой, как кажешься. Запад из страны. Запомнил. So long. Может, ты мне расскажешь что-нибудь про убийство? То есть какой-то сумасшедший убивает скотину по непонятной причине. Ну что ж, мы это выясним к, насколько я понял, 12 часов ночи. А, запад там. Вот, со стороны как раз Рэпкона. Очень-очень-очень странно. Да, если хочешь, чтобы вы выяснили, кто убивает его скотину. Выстрелы обычно раздаются около полуночи. Чтобы поймать преступника, стоит подкоровить его в это время у загона для брамидов. Очень-очень-очень хорошая идея. К
Как по мне, партнер. Партнер. А, кстати, нам нужен партнер, к слову, о партнерах. То есть, да, мне бы не помешал напарник. На самом деле, да, да. Я не буду выдавать то, что тут есть один из напарников, который может с собой в путешествие. Так что буду говорить, что да, не помешал бы. Кстати, надо проверить свою комнату. Какой-то номер, ладно, пофиг, просто 32, что ли? Добро пожаловать в мой новый дом! Оу, oh, yeah. Что у нас тут есть? Просто забираем самое ценное. А вот и сейф. И вот сюда мы сложим свое некоторое добро, например. Пуф-пуф. По сути, больше ничего складывать. Все остальное это далеко не добро, это просто мусор у меня в карманах, которым придется пользоваться еще некоторое время. Ох, а тут ничего нету. То есть, а нет. Хах. 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 Отлично. И все. Сергей, научись сначала выходить из двери, а потом только закрывать ее. То потом удивляешься, почему у тебя нос сломан. Короче. Так, я на всякий случай все проверю. Мне больше ничего влажного не надо. Давайте починим дробовик. Кстати, возьмем его в руки, почему бы и нет. Та-та-ра-та-та. А, вообще с пистолетом должен ходить. Ладно, с пистолетом еще похожу. Надо починить мою шляпу. Без шляпы я вообще как лох хожу. Нужна шляпа. Серьезно. Очень нужна шляпа. Разная. Жетон НКР. 5 штук. Вообще много у меня тут всего. Ухо легионера. Я уже собираю уши легионеров. А, окей. Это странно. Ну ладно. Надо познакомиться с остальными жителями этого замечательного города. Итак. Howdy, partner. Пошел ты нахрен. Так, у нас там, я так понимаю, торговец. А мне нечем с ним торговать. Ха. Не, у меня только есть кувалда, разве что, да. Кувалда. Привет, мужик. Мне говорили, что тебе тут скучно. Я готов тебе помочь. Клифф. Несколько осталось. Что ты здесь продаешь? Вау. Это так круто. Динозавриков продают, вы прикиньте. Я просто сейчас скончу, ребят. Как у тебя там с припасами, оружие? Ты их продаешь? Вот, видишь, наконец-то. Теперь мы говорим о серьезных вещах. И, кстати, скажу я тебе, что у тебя тут, смотрю, очень много всего интересного. Например, пасьенсия. Странно звучит. Тот самый пистолет какой-то интересной формы. Что это за форма такая? Стреляет какими-то тоже патронами для автомата? Ладно. И нужны силы 6, кстати. А сколько у меня силы? А у меня мало силы. Антирадин. Давай что-нибудь крутое, то есть, вот прям дельное. Кстати, сколько у меня... Какого было хорошего состояния, так. Давай что-нибудь крутое. У тебя нет ничего крутого? Вот прям вообще такого офигенного. Чтобы я такой сразу увидел, хотел бы купить. Такой, значит, да. Плазменный защитник, это вряд ли то. Я вообще с лазерным оружием не хочу общаться, на самом деле. Больше симуляторов, больше странных симуляторов. О-о-о, смотрю, тебе нравятся Дирекс, деньки. Тирекс. Блять. Улучшенная рукоять для катаны. А, вот это уже интересно. Улучшенная рукоять для катаны. Тут есть катана. Купить или не купить? А, ладно, мне все равно деньги некуда тратить, поэтому почему и нет. Глиняные, ну, все остальное просто... Хлам у тебя, парень. Извини, ну так и есть. У тебя все остальное хлам. А теперь мы продадим тебе. По-моему, я тебе ничего не смогу продать, потому что у меня нету лута. Я неудачник. Поэтому просто насу кувалду. И то я заплачу аж 1000, господи.
Расскажи мне о сувенирных ракетах. From what I hear, Repcon used to give them out on tours of their HQ up in Hilgenson. But I guess they had to stop after the first few kids thought they were filled with Nuka-Cola and drank it down. The papers had a name for the condition and everything. They called it the Repcon. Я, кстати, в очередной раз доказываю, что американцы все-таки, как любят говорить Задорнов, просто такие тупые. Я сейчас вам буду говорить, я расскажу. Просто понимаете? Наверное, уже все видели ВКонтакте, как минимум, такой пост, что Kinder Surprise запрещен в Америке. То есть, везде он есть, а там его нету. Ну вот, это как бы доказывает то, что дети в Америке просто пипец какие тупые. И готовы схавать просто все. Вот он сейчас рассказал про то, что они выпили какую-то жидкость в какой-то ракете. Каким надо быть дебилом, чтобы догадаться это сделать? А, кстати, у меня скидка теперь. Черт! Он мне дал скидку, а я... Я до этого уже у него закупился. Ладно, не будем переигрывать. Ролиплей все дела. Короче, посмотрим, что у нас тут находится. Это реально доказывает то, что американцы просто тупые дети. Как минимум, американские дети. А это тот самый чувак, которого дежурит, насколько я знаю, утром. Я у человека в клетчатом костюме. Угу, ты прав, у меня уже есть один серьезный враг, это я. А, и вот как всегда, ну это уже, да, что тебе нужно, хорошо? Твоя барахло. We get most of it up the road from the old rocket test site, but a bunch of ghouls showed up one day and took it over. Can't get in there now. Да-да. Repcon. Или как там называется? Почему бы ты сам этого не сделаешь? I would, but I've got to watch the road. Caesar's Legion has been taking territory just east of here. They took. А, да, они с востока там захватили всякого дерьма. Тот же город Ниптон. Это хотя бы... Нет, это не город, это поселение. Что нужно сделать? Хорошо. Хорошо. Я проведу Гули оттуда, их там не будет, можешь не волноваться. Только если ты мне еще заплатишь. Я надеюсь, ты мне заплатишь, потому что мне просто информация о том... о этом человеке, клетчатом костюме, меня не радует. Кстати, давай знакомимся, как тебя зовут? Security detail here. You see a rifle barrel sticking out of the dinosaur's mouth, you get a 50-50 shot at me. Otherwise, it's Boone. Кто такой Boone? Boone's a sniper, same as me. Sniper? I'm sniper too, man. After we got out, I talked him into settling down here. So, here we are. I'd introduce you, but we're not so friendly right now. Ага. Почему ты с Буном поссорился? Me and his wife, we didn't see eye to eye. Новое расследование. Жена Буна пропала. Что ты мне поделила с женой Буна? And here was this woman who was too good for it, trying to take him away. So yeah, I didn't see eye to eye with the bitch. А, понял. Они с Буном были друзьями. И тут эта шлюха появляется, да? Were they tough? Да я был с ханами. Doesn't get any badder. Подожди, как ты был с ханами, а потом пришел в НКР? What the fuck? Oh, it was great. I wouldn't trade it. Something about that lifestyle, the discipline, seeing new places, making people safe. Согласен, согласен. Мне кажется, крутые ребята. Почему же ты оставил службу? Well,
А, история про Bitter Springs, где они там просто бойню устроили. Ай, давайте поясню. Насколько я помню, это событие в Bitter Springs, это, короче, когда там был лагерь ханов, большой лагерь ханов, поселение, а там начали стрельбу НКРовцы. И они убивали и стариков, и детей, и всех женщин, мужиков, всех убивали просто без разбросу. От кого, кстати, защищать город? Убивали всех, короче, подряд. И, во-первых, это нанесло большой стресс на тех, кто убивал, потому что, во-первых, они не хотели этого делать, там, по случайности, скажем так, это все получилось. А во-вторых, НКРовцев просто возненавидели ханы, вот просто поэтому вражда и получилась. Из-за недопонимания, что ли. По сути, должны были пострадать только военные, то есть, а так пострадали просто невинные люди. Ну, хотя, на самом деле, не настолько они невинные. То есть, в целом, ханы нормальные ребята, но... Если вы с кем-то сражаетесь, то будьте готовы к тому, что ваши близкие могут просто сдохнуть. Я ни на что не намекаю, но... Это война. А война никогда не меняется. What the fuck? Вот... А, это дом того чувака, лол. И некуда ему деть этих динозавриков. Ой. Надеюсь, он не заметит то, что я тут слегка изменил интерьер ему. Так. О, Рейнджер Энди. Это тот... Еще последний, надеюсь. А, еще Бун. Житель этого города. Welcome, man. Кстати, мне бы пригодился этот журнал. Серьезно, мне очень пригодился бы этот журнал. Можно я его возьму? Блять. Ты серьезно? О май гад, я потерял карму. Вот я ублюдок. Давайте я, кстати, проверю, насколько я ублюдок. Можно мне терять карму или нет? Общее. Добрый. Рейнджер пуст. Рейнджер пустоши. Кумир. Презренный. Нейтральный для НКРФ. Это пока нейтральный. И презренный для подрывников. Ну, так себе отношения пока у меня с ребятами, с людьми. Здорово, Эйти. Чем ты здесь занимаешься? Бывает. А, типа вы были охранниками все вместе, а теперь наверняка просто старик. Ты ведь из НКР, да? Sometimes they stop by, tell me they're paying their respects, the smug bastards. They haven't been responding to me last couple days. I guess they got tired of hearing me talk, but it still got me a little worried. Hell, listen to me talk, like some damn mother hen. Да нет, тебе станет легче по душе, если я проверю, все ли в порядке у друзей из НКР. No, they're gonna think I'm having trouble letting go. They're good soldiers. I don't give them enough credit. Ну... Ладно, пофиг. По-моему, можно здесь взять квест. Не знаю, не помню. Чувак, согласен. Кстати, расскажешь про свою травму? Вот он до этого говорил про броню НКРовцев. Это просто охрененная броня. Охрененная броня. Что случилось, парень? Да, я догадаюсь. Да. Ясно. Хоть ты сейчас и не здоров физически, но голова-то у тебя в порядке. Ты обманываешься, говоря, что бесполезен. People don't exactly line up to find out what's in my head. Can't remember the last time someone suggested I knew something worth knowing. Ну ладно тебе.
Maybe there's something I can do for you. Since you've gone to all the trouble of flattering a crippled old soldier, there's a move we have in the Rangers for night. Опа, меня сейчас обучат особому движению. Так, опа, бросок рейнджера. Вы изучили особое движение бросок рейнджера. Чтобы использовать эту технику, проводите силовую атаку, двигаясь назад. Это прям позволит вам бросить оппонента на землю. Неплохо. Пригодится, если я буду драться на руках, что вряд ли произойдет. Это вам не Скайринг, где вы можете какого-нибудь ублюдка вызвать на бой на руках. Хорошо. Так, не, давай еще раз я спрошу тебя про... А, нельзя? Нельзя сейчас спросить про... Ну ладно. Про эти... Все или в порядке? А, все-таки... Блин, я сейчас только что упустил диалог. По случайности, я думал, что все с ним уже нельзя говорить. Ладно, ночной снайпер. Вон, что есть и другой снайпер по фамилии Бун. Давайте будем кличка у него Бун, который дежурит в пасти на Ставро ночью. У него Буна недавно пропала жена, и это надо расследовать. Хотел бы узнать, почему пост Чарли не отвечает на вызов по рации. Подождите, пост Чарли. Лол. Это же совсем... Мы же недавно там были, там все нормально. Ну ладно, проверим еще раз. Так, номер мотеля. А где номер Буна? Ха-ха-ха. Ну ладно, я сейчас туда не пойду. Давайте сейчас... Ай, блин, сколько времени? Лол, сейчас сколько времени? Ладно, еще есть время. Давайте в... Постом рейнджером подойдем. Посту рейнджеров. Угу. Seems fine to me. Ага. И когда они успели? Просто лол, я ж тут совсем недавно был. Они мне совсем недавно отказали. О, зато можно вырвать вещи. Пост рейнджеров Чарли. Аудиозапись 2. А где аудиозапись 1? Ладно, может потом найдем. Хорошо. О, мина. Я понял, я понял. Так, парень, отойди-ка. Не разберусь с этим. А вот и, походу, кстати, первая аудиозапись. Брянь, кажется, с наплечником. Смотрите, кстати, у нас будут... сейчас. Пострашивай, в это же время... Патруль вернулся. Они опоздали. Надеюсь, у них есть веская причина. Почему вы... А, лол! Я понял. Это послание НКР от легиона. Ага, то есть вы забрали тёлку. Ту, которая охраняла? Больше надеюсь, здесь нету. Фух, вроде нету. Ясно. Короче, они переоделись в НКРсов и. Растяжка. Переоделись в НКРсов и решили делать беспредел. Блин, а как мне разрядить? О, о, вижу, вижу. Обезвредить. Фух! Все, обезвредили. Это. А что мы обезвредили? Она должна была, наверное, куда-то выстрелить, или... А! Фух, хорошо, что-то я заметил, крышка мины, я понял. Окей. Тут больше нету мин? Я еще боюсь, потому что есть тут еще мины. Мы в закрытом пространстве, если какая мина хоть нам попадется, это будет беда, на самом деле. Все, ух! Все. Блин, печалька. Только вот видел этих ребят и были живы. Теперь все мертвые. Рейнджер КР. А, у него что-то есть? О, парень у нас при делах. Парень при делах. Револьвер. Нет, спасибо. Хорошо. То есть плохо. Ну, ну вы поняли. И они еще и тёлку утащили. Как они могли? У меня еще есть время, я могу вернуться. Вернуться обратно и успеть к тому мужику, который стреляет в браминов. Ладно, постреляем в браминов, поговорим с Буном и, наверное, пока остановим на этот наш замечательный летсплей. Кстати, бродячий торговец. Конечно.
Так, что у тебя есть? Для охотничьего револьвера. Нет, спасибо. Ковбойская шляпа. Так, ковбойская шляпа забираем. Я починю свою шляпу, чтобы хотя бы ее надеть, господи. Мясо койота. Тело кастет не нужно. Карабин. Лучшая скорострельность. Для карабина? Или подожди, как... у меня есть вообще карабин как таковой? Нет, у меня карабина нету. Тогда мне это, наверное, не нужно. Все-таки, извините, леди. Тоже берем, чиним нашу шляпу. Опа, опа, опа. Ой. Нет, тут ничего больше для меня нету. Сорян. А я, может, вам смогу что-нибудь продать? Конечно, нет. Ни хрен... А, нет, могу. Берите. Лотерейные билеты. Осколочная граната. Одну оставлю, пожалуй, себе. Спасибо. Угу. Забирайте. И это забирайте, к слову, да. Да, у меня все-таки появилось что-то. Это я оставлю себе. Все. Плачу вам всего лишь определенную сумму. Блин. Эй, ты кто? Наемник? Ты как, парень? Как передвигаешься? Мэнни, what are you doing? Ладно, сообщим рейнджеру, что все плохо. Все очень плохо. Извини, парень. Не постура. Да, все мертвы, короче. Нам же тоже мертвы. Невозможно понять, кто это будет. Почему так точно? Не, я не буду врать. You'd be better off with raiders. Well, thanks for telling me. О, отлично. О, он еще что-то дает. 200. Yeah, 200 бутылочных крышек. И еще мне дали хорошую репутацию НКРов и Наваку. Это супер круто. Насколько хорошо, кстати. О, свой человек в НКР. Да, да, ребят, я ваш человек. Для навыка я еще никто, походу. Ладно, это не важно. Все, сколько времени? Мы еще успеем поговорить с Буном. Не пропустите следующую серию саги о снайпере. There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. When I hear that trumpet sound, I'm gonna rise right out of the ground. Ain't no grave can hold my body down.